Зиди! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами товарищ Санёк, и мы продолжаем проходить путь крестоносца Stronghold Crusader. Остановились мы на 36-й уже миссии под названием «Путь с вершин». Ну что же, значит, мы вот здесь. Вот здесь наш союзник Кабан, соответственно, Змея, Ричард. Окей. Соответственно, 2000 против 4. Стратегия у меня стандартная. Думаю, ничего. Это нельзя здесь разместить, милорд. Ничего интересного я тут придумывать навряд ли смогу. Нельзя здесь разместить, милорд. Или смогу, или не смогу. Куда целиться, сэр? Так, поехали тогда. Металл. Запасы дерева слишком малы, сэр. Потише сделать. Так вот, да? Наверное, будет получше. Нас атакуют! Да вы, батенька, попутали что-то, я смотрю. Натянуть тетиву! Мы идем! За тебя, господин! Тут что-то агрессирует на меня, понимаешь ли? Так, ладно. Значит, хлебушка бы мне чуть-чуть подобывать. Пшена, конечно же, для того, чтобы был хлебушек. Ну, так что так уже, чтобы я не забыл в конечном итоге. Хватай топоры! Послание от змеи. Похоже, пора сматываться. Дело пахнет победой. Ладно, пусть там бабки тратит, как бы это его проблемы. Мне надо металл. Желательно очень много. Я могу хитрее сделать. Наши луки будут петь. Тан-тан-тан-тан-тан. Мы готовы. Тан-тан-тан-тан-тан. Куда целиться? Тан-тан-тан-тан-тан. Натянуть тетиву. Тан-тан-тан-тан-тан. Так, что у нас здесь? Ага. Стопы, ребятки. За тебя, господин, свои верные лучники. У нас аларма тут. Топоры к бою. Наши стреляйте! Я готов к битве. За тебя, господин. Мы готовы. Ну все, в принципе, чё. Клянусь бедой, мы принесем горе в их дома. Ваша популярность падает. А, угу, я понял. Куда целиться, сэр? А, тут уже кабан присоединился, отлично. Это хорошо, хорошо. Не хватает товаров. Так, камня у меня тут нету поблизости. В принципе, есть, но пока что далеко. Мы воздержимся на данный момент. Поработаем топорами. Чую, топоры. Ч
Чё он не делает войска, как бы там? Ну, как бы дело-то его, конечно, я не против. Отлично! Не хватает товаров. Собственно, чё я... Нужно дерево. Чё это я тут? Можно же сразу уже пойти. Великолепно! Великолепно. Так. Топоры к бою! Я готов. Убьете его, я надеюсь. Да почему? Где еда? Алло, господа. Как бы да. Я всегда хотел стать твоим союзником, поверь мне. Послание от кабана. Мой господин поздравляет вас с победой. Ну и все. Я потом-то как-то поцивильнее сделаю, покрасивше. Вот, а пока что как-то так. Чего вы? Чего вы делаете? За тебя, господин. Мои верные лучники. Самое главное, зачем? Наши луки будут петь. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Ну хорош. Ну, ребят. Вы чего? Обиделись, что ли? Люди не доверяют вам, сэр. Так, значит, до свидания. Это разгром! Катапульта? Рели? Послание от кабана. Мой господин просит срочно доставить ему следующие товары. А я не добываю камень, кстати, зря. Не хватает золота. Не хватает товаров. Да ты... Слышь, ты чё? Вам ещё предстоит понять это. Не хватает послания от Ричарда. Не всякий выдержит войну в пустыне. Не лучше ли признать своё поражение? Нужно дерево. Оставьте в покое мой замок, ироды. Почему вы лезете ко мне? Кыш! Куда целиться, сэр? Уходите. Фу-фу-фу. Не хватает товаров. Не хватает золота. Блин. Послание от змеи. Ты все еще жив? Ничего. Это не надолго. Натянуть тетиву. То идите вы лесом. За тебя, господин, мои верные лучники. Наши луки будут петь. Ладно, поехали. Послание от змеи. Ты снова испытываешь мое терпение. Я уничтожу тебя.
заколебали. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь. Это что еще такое? Вы чё? Вы четвертый великий лорд. У меня просто великолепный замок, вам не кажется? Идеальнейшее просто сотворение человечества. Не хватает товаров. Мы готовы! От Ричарда. Вот смелость, достойная истинного рыцаря. Слышь. Нужно дерево. Не хватает товаров. Ладно, сейчас мы восстановимся быстренько. Нет свободных людей на этой работе. Чую запах. Не хватает. Короче, товара. Я заколебался. Так, господа хорошие. Нет свободных людей для этой работы. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Ну как меня бесит эта хрень. Это нельзя здесь разместить, милорд. Так, все. Пошло дело, пошло. Здесь уже далеко? А, здесь враг. Я понял. Ну, сейчас мы замок построим. Все ребятам объясним, кто здесь кто. Я надеюсь. Что я все-таки построю замок. Популярность падает. Когда-нибудь это произойдет. Хватает оружия, сэр. Так, что у нас там? Можно все сносить уже нафиг. Некрасиво, не камильфо. Приветствуем вас, сэр. Мы готовы. Не хватает оружия, сэр. Как же они обороняются? Доспехи, точите клинки. Скоро мы увидим, чего вы стоите. Да иди ты лесом. Что ты мне тут предлагаешь? Нужно золото. Бабки кончились. Бабки не проблема. Это нельзя здесь разместить, милорд. Блин, криво. Не хватает оружия, сэр.
Куда целиться? Блин, долго они живут тут, однако. Я думал, они уж все подохнут быстренько. А нет, живут. Ваша популярность растет. Хамок, затянуть его. Я бы где-нибудь вот здесь башенку поставил бы, оборонительную. Послание от Ричарда. Война весьма опасная игра. Вам еще предстоит понять это. За тебя, господин. Послание от змеи. Все кончено, друг мой. Ты проиграл. Вперед. Топорит боя. Замок горит, сэр. Где? А, ну, бога ради. Мы готовы. Не хватает рекрутов, сэр. Дело пахнет победой. Привет, готов вас, сэр. Замок построим. Мы принесем горе в их дома. Хорошенько поработаем топорами. Громы молнии. Они истекут кровью. Можно тут стенку строить? Ага. Найс. Ну все тогда. Шикардос. Тун-тун-тун-тун. Что там с хавчиком? С хавчиком все плохо, но ничего страшного. Мы готовы. Не хватает рекрутов, сэр. Ваша популярность падает. Нет свободных людей. Это для нельзя работы. Здесь разместить, мило. Людей все больше, а хавчика все меньше. Ну, в общем-то, как всегда, все у нас. Почему не могу здесь строить? Что за магия? Ну ладно. Послание от Ричарда. Мои люди и я жаждем битвы. Готовьтесь! Готовлюсь. Замок построен! Оружейная полна, мило. Мы готовы. Мои верные лучники. Топоры к бою. Приказывайте, сэр. Мы готовы. Не хватает рекрутов, сэр. Я готов.
Мы готовы? Луки будут петь. Так. Это нельзя здесь разместить, Мило. Это нельзя здесь нужно разместить, Мило. Рядом с оружием. Я живу для вас. Ваши приказы? Послание от Мило. Война весьма опасная игра. Вам еще предстоит понять это. Смелее. Ваша власть растет. Блин, эти катапульты реально вот какое-то читерство. Ну что это такое? Почему они с кабаном не воюют? Вот. Вопрос. А, ну все, окей, понял. Вопросов нет. Мы готовы. Вперед к славе! Нет, прорыв обороны, аларма. Реально заколебали просто. Замок построим. Просто сделал вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Мы готовы. Не хватает рекрутов, сэр. Приказывайте, мечники, атаку! Я живу для вас. Так, нам надо друже нашему помочь, а то он там закинет копытца. Не хватает рекрутов, сэр. Для начала надо помочь себе. Идем. Приветствуем вас, сэр. Порубим их капусту. Это разгром. Мы готовы. Получи меч, брюхо. Приказывайте, сэр. Вперед. Ладно, ладно, отмена. Сейчас пойдем. Змейку убьем. Не хватает рекрутов, сэр. Какие будут указания? Долгая дорога. Идем в ваших приказах. Ну что вот это такое? Казна пустеет, ваша светлость. Люди любят вас, мой лорд. Ваши приказы? Мы готовы. Не хватает рекрутов. Мы готовы вас, сэр. Вперед. Короче. Вперед. Смелее. Это слишком просто, мой лорд. Ну, можно мне часть ребят вот сюда вот отправить? Тут реально что-то затрахали уже. Мы готовы. Послание от змеи. Похоже, пора сматываться. Ваша популярность падает. Да я знаю. Что поделать-то? Послание от Ладно. Кажется, мне просто стоит... Замок построим! Можете рассчитывать на нас. Что? Что не так? Лорд,
сказать, слишком... Послание от Ричарда. Вот смелость, достойная истинного рыцаря. Ваши приказы? О, так тут можно сразу ко второму в гости зайти. Приветствуем вас, сэр. Я все понял. Сейчас зайдем. Мы готовы. Не хватает оружия, сэр. Мы готовы. Послание от змеи. Кто ты такой, чтобы бросать мне вызов и оспаривать мое право на эти земли? Долгая дорога. Урод. Задавала. Орудие, опусти. Я жду для вас. Ну тут как бы у него вообще без шансов. Anyway. Замок построен. Там не пройти. Послание от кабана. Мой господин поздравляет вас с победой. Это слишком просто. Вперед, славя. Готовы. Мечники, атаку. Послание от Ричарда. Воины силы, мы не боимся ваших стрел и прощения. Ну и не бойся, я что, против, что ли? Я просто приду, убью тебя, потом мы с тобой еще встретимся раз 20 в этой игре. А так все нормально. Плохи дела короля, когда он вынужден скрываться в своем замке. Увы, я должен это сделать. Я живу для вас. Блин, кабан, вот серьезно, издеваешься? Самый бесполезный союзник в игре, блин. Приветствуем вас, сэр. Послание от Ричарда. Может быть, вам удастся уничтожить пару строений. А как насчет честной схватки? Оружие на пушку. Вперед. Ну чё, господа хорошие? Мы готовы. Не хватает оружия, сэр. Нужно больше камня. Братюня, сейчас все будет. Так. Останутся в этих проклятых песках. Получи здесь, брюха. Ну, нормально так пробежались. Мой господин поздравляет вас с победой. Усилия стоят того. Крепление должно еще топать. Послание от Ричарда. Плохи дела короля, когда он вынужден скрываться в своем замке. Увы, я должен это сделать. Послание от Ричарда. Мой замок надежен. Воины смелы. Мы не боимся ваших стрел и прощения. Ваши приказы. Тише, какой огонь, алло. А, там еще есть молодой человек с огнем. Я понял. Приветствуем вас, сэр.
готовы. Окей, кстати, я что-то коняшек не делал давненько. Может быть, тряхнуть стариной? Вроде бабки позволяют. Ваша власть растет. Хавчика нет. Почему-то. Львиный рык возвещает еще одну победу. Мой лорд. Приказывайте, сэр. Порубим их капусту. Давайте ускоряемся там. Блин, опять огонь. Хоть кабану дал передохнуть. Может быть, вам удастся уничтожить пару строений. А как насчет честной схватки? Да вон там идет честная схватка к тебе. Нужно больше золота. Бабки не проблема, ты чё? Не хватает оружия, сэр. Не хватает оружия, сэр. Вы что за ваше сэр? Ваших приказов. Расстояние для проблемного замка. Послание от Ричарда. Плохи дела короля, когда он вынужден скрываться в своем замке. Увы, я должен это сделать. А, ну типа все уже даже, так? Ну да. Да-да-да. Все как всегда, как ты и сказал, собственно. Послание от Ричарда. Ну, что же, дорогие друзья. Спасибо за просмотр, с вами был товарищ Санёк, увидимся в следующей серии.